NSW. Я справедливейший, экстремальный чемпион NSW, судья Нерд. За моей спиной командный чемпион NSW Самди. Командный чемпион NSW Егор Соколов. И главный чемпион NSW Дмитрий Донской. И вместе мы судный день всего рестлинга, в особенности НФР. 22 июня мы приедем в Москву и покажем все, на что мы способны. Мы покажем НФРовским сволочам, что они зазнались. Этот Александр, кто он вообще? Нас позиционируют как матч двух больших ребят, но... Александр, я видел ребят и побольше, чем он. Я видел ребят и поталантливее, чем он. Да я видел ребят и покрасивее, чем он. Зачем он вообще? Мы победим. А теперь я хочу обратиться к Ронни Кримсону. Кримсон, ты нашел удар, назвал меня пиявкой. Аргументируй это тем, что я появляюсь там, где самые большие арены, где самый большой зрительский состав. Ронни, это называется успех. Я один из самых прогрессивных рестлеров России. Я один из лучших рестлеров России. И знаешь что, если я пиявка, тогда ты глист. Глист, который засел в самой глубокой темной заднице. И носа оттуда высовывать не хочешь. Да, пока остальные рестлеры НФР, если за границу чего-то добиваются, ты сидишь с чемпионом Москвы и не хочешь головки своей высовывать из НФР. Ронни, если НФР это сборище пенсионеров, то ты ближе всего к коме. И знаешь что? Я лишу тебя единственного того, что держит тебя в рейтинге. Твоего титула чемпиона Москвы я оставлю у тебя только твой костюм, в котором ты похож на водолаза. Ронни, я говорю тебе, если ты, сыч, думаешь, что сможешь выбить меня из рестлинга, если ты, сыч, думаешь, что я не отниму у тебя пояс, если ты, сыч, думаешь, что ты еще на что-то способен, тогда засовывай свою думалку себе в задницу. 22 июня на противостоянии я забираю у тебя твой пояс и отправляю тебя на пенсию! Ладно, а сейчас начнем шоу.